Творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуди. Книга Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я». Я создаю самое великолепное представление о себе, своем счастье и богатстве. Это страница 25. Я настраиваю свое сознание на психологию богатства. Я благословляю свои счета с любовью и оплачиваю их с радостью. Я принимаю все ценности и богатства этого мира прямо сейчас. Благодарю тебя, богатство. Я богата богатством Вселенной. Меня окружает атмосфера роскоши и богатства. Я взращиваю внутреннее изобилие в своем сознании и притягиваю в жизнь несметные богатства. Богатство – норма моей божественной жизни. Я безгранично богата. Я излучаю энергию богатства, радости и любви. Я выбираю счастливую и богатую жизнь. Богатство – моя сила, я богата. Мой путь приводит меня к наслаждению богатством, радостью, гармонией, силой и процветанием, так как именно то, во что я выбираю верить. Я расширяю свой внутренний банк богатством. Я радуюсь и благословляю богатство. Мое богатство безгранично, как Вселенная. Я выбираю психологию богатства. Я принимаю богатство. Я воплощение богатства и успеха. Силой своей веры и любви, силой своего намерения я притягиваю в жизнь богатство, процветание и счастье. Сейчас я закладываю фундамент своего будущего баснословного богатства и нерушимого процветания. Я сильная, преуспевающая и богатая. Я наслаждаюсь жизнью и восхищаюсь миром. Я радуюсь богатству. Я излучаю богатство и процветание. Все, что я делаю, ведет меня к богатству и процветанию. Я создана для богатства. Я распространяю вокруг себя энергию богатства. Я программирую себя на богатство.